Песни и пляски, рукоделие, конкурс народных промыслов, стрельба из лука. Фестиваль солнечных традиций мира «Теплая горка» собрал мастеров и мастериц на поляне культурного центра «Барвиха». У нас сегодня проходит и наш традиционный фестиваль «Теплая горка». У нас проходит сегодня огромное количество мастер-классов, представления всех наших клубных формирований. Их у нас 24, поэтому целый день мы поем, пляшем, радуемся, приглашаем к нам. В программе 4-го окружного фестиваля несколько направлений. Основное, конечно, народное творчество. Таланты участников были отмечены дипломами. Все получили небольшие подарки. Шестакова Алина, аплодисменты. Веселый, радостный, вдохновляющий, таким запомнился этот праздник жителям. По задумке организаторов, гости могли не только послушать народных исполнителей, но и принять непосредственное участие в творческой программе. Сегодня же еще общий большой день открытых дверей в районе, да? То здесь еще у нас представлены наши филиалы культурного центра. Мастер-классы на всей поляне проходят по всем клубным формированиям. Изобразительное искусство, декоративно-прикладное, вокал, танцы. И очень много-много-много, целый день, до вечера это все будет проходить. Теплая горка в Барвихе – прежде всего фестиваль народных промыслов и ремесел. А его главной идеей является единение народов и сохранение исконных культурных традиций. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».